не всегда, как старому деду, кладут шпагату. Следующая песня, не поверите, она даже звучала по радио. Раз, так, пять. Но на самом деле я прибедняюсь. Это одна из самых вами любимых, насколько я знаю, песен. Она появилась давным-давно, и можно сказать, что она одна из первых у меня написана. Эта песня. Хочется сказать к вам, но к тебе. Yeah.